экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе американец Ванис Мартиросян поделился мнением, почему его двум предшественникам удалось пройти всю дистанцию против чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина. Джейкобс и Канело прошли всю дистанцию против Головкина, потому что не вышли на ринг ради победы, а просто хотели продержаться все 12 раундов. Они просто захотели доказать всем, что могут сделать это. Дэнни проделал действительно хорошую работу, а вот Канело откровенно бегал от Головкина. Если бы он оставался перед Трипл G, то наверняка оказался бы в нокауте. Головкин бьет вас как летящий на огромной скорости поезд, вы не можете остановить его, потому что Головкин машина, сказал Мартиросян в интервью.